Проект «Диалог на равных» – это формат, который позволяет общаться молодежи с интересными людьми, добившимися успеха в карьере и с чиновниками. Сегодня гостем Сочинского государственного университета стал Павел Зинькович. Он курирует вопросы международного сотрудничества в сфере образования. А СГУ как раз наиболее активно работает с ведущими университетами мира и привлекает иностранных студентов. Является важным партнером для министерства. В городе Сочи это ведущий вуз, опорный для нас во всех смыслах. Университет имеет большой опыт, так сказать, подготовки специалистов соответствующих, большой опыт подготовки волонтеров, постоянно задействован. И, конечно, мы всегда, так сказать, на коллег Сочинского университета смотрим как на надежду, на такую страховку, на опору как бы в проведении любых мероприятий. Заместитель министра по образованию и науке рассказал студентам СГУ о необходимости увеличения квот иностранных студентов на обучение в российских вузах, повышения имиджа образования и страны в целом. Мероприятия, которые проходят на базе университета, дают импульс развитию сферы образования. Здесь не только учат специалистов, но и большое внимание уделяют волонтерству, не только событийному, но и социальному. Сейчас Сочинский государственный университет разрабатывает новый проект предпринимательства в социальной сфере. Я считаю, очень важно, чтобы студенты были не только вот хорошими профессионалами, но они еще были социально активными людьми. Встречи с людьми такого уровня, как заместитель министра образования и науки, они, конечно, будут очень полезны, и наши студенты, я думаю, что не только смогут задать вопросы, но они еще будут предлагать какие-то варианты решения существующих проблем. Лекция с Павлом Зиньковичем прошла действительно в формате диалога на равных. Студенты смогли не только узнать о последних тенденциях в образовательной системе, но и задать заместителю министра вопросы различного характера. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.